Водородный тремор всегда со мной, ну почти всегда. Это насчет того, что, возможно, рука слегка дрожит. Не то, чтобы я специально хотела снимать тут на экшен, просто в 5 часов у меня будет экскурсия и камера. На ней там 20 чем-то часа осталось, ну почти 3. Я решила, что пусть будет камера все-таки на гагры и на завтрашний день. А на экшен можно и это снять. Точнее, это можно снять и на экшен. Может, конечно, не будет пятиканального звука. Ну да, как бы. Когда на телефон сниму, тоже пятиканального звука нет. Я думаю, потом по приезду надо будет отдельный пост еще в ЖЖ запостить. Ну и, наверное, возобновиться на рекомендую с отзывами на определенные вещи. В том числе полы. Сам дечь. Может быть, еще на что-то. Железная штука. Времен Советского Союза, не иначе. Вообще, на самом деле, мне вот такие места нравятся. У нас деревня в одном месте. Ну, в смысле, в некоторых местах до недавнего времени что-то вот такое еще оставалось. Но в итоге всякие ушлые людишки растащили, распродали. Все железное, металлическое сдали в металлолом. В ее ног. Моя тень. Может быть, 8-го здесь прогуляюсь уже с телефоном. Поснимаю, пофоткаю. Ну, просто отдельно не обзор вот этого помещения, ну, в смысле помещения на природе. Ощущение, будто там что-то такое загорелось. Звуки какие-то, дымок. Надеюсь, этот работник культуры помнит, что тут всякие деревья. Не хочет тут пожара делать. Короче, просто прогуляюсь с телефоном, уже буду фоткать не так вот, чтобы обзор такой сделать, да? А, ну, в моем стиле. Вот что-то интересное и фоткаю. Сейчас я все еще ищу этот самый эвкалипт. Но пока что-то не нашла. В сети посмотрела, а, так вот, что это ступеньки. И поняла, что они разные все-таки бывают. Эти эвкалипты, есть какой-то лимонный. Возможно, вчера мне все-таки лимонный попался. Ну и в Угличе у нас много всяких таких развалин. Сносят, чтобы построить что-то новое. Конечно, с одной стороны, это плюс. Потому что у нас к развалинам нормально относиться не могут, там обязательно какие-нибудь бомжи начинают жить. И не бомжи тоже, и просто, в смысле, гадят. Мусор кидают. Тут, конечно, местами есть мусор, но я подозреваю, что его кидают исключительно туристы. Поле веночков. С виду они вообще мне показались... в одном месте. А еще на самом деле они мне показались маргаритками. У нас в саду есть маргаритки. Напротив меня, как
какая-то спортивная площадка. Не, все-таки плюс в том, что я тут одна, ну еще этот крокодил Генов, который сначала вроде как меня агитировал на рынок, но так как он вообще какой-то... Видимо, мне надо было быть лояльной к нему, согласиться с ним в его приезд, бутылочку вина. Как он все набивался, вообще смысла не понимаю такого. Я типа не пью, но мне такие люди вообще нравятся, ну в кавычках, конечно. Я не пью сам там, ну раз в день-то чё б не выпить бутылочку. Короче, делаю его. В общем, он сегодня у них четверг и воскресенье сегодня. Ну, наша повариха узнала, благодаря этому товарищу. У них проводится, ну, рынок, короче. Может быть, по всей Абхазии так, по четвергам и воскресеньям, может быть, только здесь вообще. В общем, и рынок у них до часу дня. Ну, и был шанс, конечно, сесть на автобус, доехать с ним до этого рынка. Но мне кажется, он из тех людей, которые вот сейчас я тебе чуть-чуть помогу, там, понести твой пакетик, да? А потом ты мне по гроб жизни что-то должна. Тут. Интересно, не пахнет вот или как? Внезапно пахнет сладеньким такой. А выглядит, будто это... Ну, как вот на могилке такие цветочки ставят. Схороним его. Я потом бы тут гербарий набрала. Вообще, на самом деле, я тут нашла зверобой. Что удивительно, я не знала, что он здесь растет. Чуть-чуть собрала там, буквально несколько веточек. Такие вот розовые. Это пингвина. Или кто-то еще. Из малиновых. Действительно, это просто как бы ступеньки такие. А я все смотрела, не могла понять. Сейчас рука потряслась, потому что она потрясла. Мне какая-то там травина очередная попалась. Мои босоножки джинсовые. Я их, видимо, растаскала. И они больше не сваливаются с ноги, эти резиночки. Да, действительно дым. Зачем этот человек жрет что-то тут? Может, это мусор у них там в одной бочке был. Ну, конечно, слегка есть разница. Вот то, что там фотографии были на всяких сайтах. Я вчера ВКонтакте все смотрела. Потому что это только я тут здесь заехала. Когда у них тут больше народу, то все-таки не то, чтобы там какое-то обслуживание иное. Но, допустим, в номерах, в этих ведерках, теперь я знаю, зачем это ведерко. Это типа как мусорное ведерко, на него ложится пакетик мусорный, ну и, соответственно, вы мусор туда кидаете. Когда я снимала этажи на экшен, возможно, могли обратить внимание на такие большие ведра. Зеленые с крышками пластиковые, это у них, я так поняла, ведра для мусора. По идее, надо бы это быстренько так обойти, потому что, возможно, у меня зарядки не особо намного хватит тут. И цельный ролик идет 29 минут, насколько мне помнится. А сейчас уже 10 минут с хвостиком. Практически 11. Говорю, иду. Закрыт сеном. Ну, на самом деле, мне, в принципе, тут нравится. Если все же... Все у меня какое-то такое, ну, вот, вроде как, не очень. Ну, опять же, во всем видите, что-то хорошее. Если все же я сюда вдруг поеду, именно в этот пансионат и в Абхазию, то, надеюсь, уже в следующий раз тут будет более оживленно. Потому что территорию я тут уже все сделала. Вот сейчас доснимаю.
стену. Высоко на самом деле. Мох. Нет, сейчас я, наверное, не буду рисковать залезать. И может потом с телефоном пройдусь. Специально залезу и зафоткаю. Чё там? Чё там? Тут у нас какие-то... Поменяю. Желто-белые цветы. Да, потом, может быть, сегодня после обеда с телефоном приду сюда. Уже так, в отдельные места, чтобы подходить и фоткать. Может быть, даже мелкоролик запишу. Вообще, хочу записать мелкоролик на телефон. Уже четвертый мелкоролик на телефон получается. Выложить пока здесь изнутри дворик. Сегодня там как-то нашел товарищи владельцы обсуждали что-то и как-то прямо не комильфо, будто подслушиваешь специально. Так думаю, мало ли, может звук на звук запишутся их голоса. А я тут на YouTube выкладывать собираюсь. В общем, моя вежливость, как обычно, мне позволила сделать. Моя речка практически зажила, ну как бы чувствуется немножко вот боль. Вот если сумка на нем висит. А у меня что-то сумка может висеть только на левом плечике. Самое интересное, что досталось больше почему-то левому плечику. Колени у меня были жутко красные, весь этот верх ног от колен, чуть выше колен, но вот обгорело только плечико одно. Так давно это все у меня не обгорало, ничего, что я даже не могла понять, почему мне вчера фигово было. Немножко так мутило слегка. Даже в блудилку написала, люди, как это у вас бывает? Кого как? Сообщенька пришло. Возможно, я попала в роуминг. Вчера у меня крыло меня так конкретно роумингом. Хотя тут вот, ну, очень близко граница на самом деле. И я удивилась, что первые дни вообще не было никакого роуминга. А нет, мне пришло сообщение о том, что я там участник финала. Ни хрена не выиграла. Я даже смотрела специально. Вчера вот рано только легла. Мне все раньше хотела, но вчера получилось минут 25 этого 12-го в итоге лечь. Меньше в контакт надо вылезать и быть менее ответственной, наверное, потому что позавчера мне товарищ какой-то написал с вопросами про что, как Абхазии, и я что-то стала отвечать, думаю, ну как бы прочитала и не ответила, человек там может как-то обидеться или еще что-то, ну не вежливо. Так я легла снова поздно. И самое позднее, я тут, наверное, около часа ложилась, какой-то день, первый, наверное, что-то так. Столько внезапных впечатлений случилось, что меня вот так вот проконетелилось. Ну и в какой-то день, до второго, наверное, я что-то не могла уснуть, и в итоге решила посмотреть эту уже бывшую трансляцию, как они там выбирали эти 10 фартуков. Конечно же, как я и думала, я пролетела как фанера над Парижем с этими фартуками методом тыка. Юнок. Все, можешь спросить у них, где у них этот. Есть тут где-нибудь? Мне просто вблизи хоть посмотреть, как он выглядит, этот откалит вживую. Я так поняла, что это очередной. Я уже белый видела, розовый тоже. Розового у них пока больше. Белый, видимо, позже цветет, а это, наверное, красный. Олеандр. И я поняла, что он немножко отличается. Ну, не только цветом. Ну и длиной листик. Там что-то желтенькое. Цветов-то видно. Вообще, в принципе, я могу с ней разрядиться. Я не смогу тут этот круг полный сделать. Зато сниму, может, на телефон. Или просто оставлю, уберу. Да, так как я, в принципе, это все приближала на видеокамере. Вернусь в номер, поставлю его на зарядку. Хотя надо заряжать.
когда ты в номере. Из номера выходишь, ничего не должно быть. Розетки вот кто-то. Так и липнет к ногам. В общем, как мне сказали, это и туя, и кипарис, и в общем, это разновидность кипариса. Но вот у нас я не видела таких шишечек. Туя – это разновидность кипариса, а это у нас кипарис. Потому что на нашей туе я не видела таких шишечек, он немножко по-другому это выглядит. И даже можжевельник – это разновидность этого самого кипариса. Желтенькая. Вот дальше тут уже как бы не скошено. Может, надо не платить, я помню, в этих моих. Нет, это немножко другие цветочки. Я думала, это как те, что были там белые и желтые. Не поверите, они пахнут как вот мед. Такой вальт такой мед. Короче, медовое дерево. Не именно медовое дерево, а дерево, с которого пчелы снимают нектар и потом делают мед. Медосбор, скажем так. Потом я сюда вернусь и зафоткаю. Может быть, 8-го, если у меня на камере, надеюсь, немножко останется, я до сюда дойду и уже с камеры это поприближаю. Потому что тут как бы трава высокая, ну выше, чем, допустим, там, где скошено. И хз. Можно, наверное, пройти-то так-то? Может быть, даже 8-го дойду до конца и вот здесь вот сюда заверну. Тогда я что-то не осилила как-то. Вообще сейчас как-то довольно жарко, самое то сидеть на качельке, читать электронную книжечку. Или если нормально Wi-Fi словился. Вообще тут очень плюс большой, я не ожидала, что тут действительно на всей территории будет Wi-Fi. Я просто ехала в поезде и подумала, будет Wi-Fi на всей территории, как позже уже повариха сказала загадывать желание. Потому что вот, ну, много куда ездишь. Даже от Ярабултур в той же Белоруссии, там больше Wi-Fi номер оказался в поле еле-еле однажды. А тут реально везде, учитывая, что это Белоруссия все-таки как-то, мне кажется, экономически более развита, чем та же Абхазия. Это остаток здания. Очень много этого венка, я смотрю, какие-то белые цветы. Но я уже попозже к ним подойду. Может быть, в 3 часа, допустим, после обеда. А может быть, действительно, 8-го, потому что завтра у меня вообще полноценный день экскурсии будет. Как бы некогда будет погулять. Прям как в деревне раньше, когда у нас сенокос был. Можно сказать, немножко ностальгия. Пойти по скошенному сену. Но у нас в деревне уже как бы нет коров. Я не знаю, может быть, кто-нибудь созреет. У нас там домик купить. Или из тех, кто приезжает летом.
у старичков внезапно остановился, они в прямом физическом смысле старичков завести корову, там, допустим, обосноваться. Камень. И тоже возобновят сено. Так у нас там просто коров выгуливают по окрестностям стада какого-то там коровьего, скажем так, бизнесмена. Я так поняла, что в той степи живет водитель трансфера, что он сказал, что живет тут рядом, но тут, видимо, футбольное поле. Тогда, когда тут много народу, наверное, там тоже кусты, люди, дети гоняют. Ну, я имею в виду, что дети не люди. Люди гоняют футбол. Вообще, я очень надеюсь, что благодаря моим маленьким пока что телефонным обзорам, которые я кидаю на YouTube, до того, как я еще приеду домой и замонтирую все, что тут сняла, сюда приедет много народу. Ну, или хотя бы прилично народу. Потому что на самом деле тут, в принципе, очень даже хорошо. Я даже ВКонтакте нашла в 2014 году сюда какая-то пара с друзьями. Ну, в смысле, компания друзей каких-то приезжала примерно моего возраста. И им тут понравилось. Что тут? Вот если тупо даже пляжный отдых, ну, если вы, конечно, к гальке нормально относитесь. Или нашли, где можно купить эти тапочки, в которых, как мне писали в комментах, можно ходить спокойно по этому пляжу галечному. Ну, тут даже лавочка есть. Что-то у меня отрубилось. Ну, короче, тут бывает кафе, магазин внутри помещения, когда много народу. Может быть, у меня дошло до этих 29 минут, что отрубилось, я не заметила. В принципе, невысокая трава там. Какое-то животное кричит так же, как у нас в деревне. Я практически полностью обошла, как хотела. Можно пойти по траве, можно здесь пройтись, но я думаю, здесь я все-таки сюда вернусь уже. Может быть, с фотоаппаратом на его камеру поснимаю эту бутылку, я тут не попалась пластиковая. Потому что при желании я могу пофоткать на телефон, а Сонька, которая бывшая моя, ну, в смысле, первая Сонька, этот фотоаппарат, на него ведь тоже вполне нормальное видео снялось. Снимались и снимаются. Правда, нету этого канального звука так же, как и тут. Но он у меня еще не тронул. Ну, я вчера немножко номер поснимала, так тестово, чтобы проверить, надо ли заряжать аккумулятор. Что-то типа урну, наверное. Пойду я сейчас в этот дым. Он, наверное, не весь день тут будет гореть. А вообще мне тут 3 дня подряд, но ночь, снится определенные люди, которых, ну, я некоторых из них вообще лет 10 уже не видела, углические. Я не знаю, может, они меня, конечно, смотрят, потому что если бы они мне не снились 3 дня подряд, некоторые из них, ну там раз, если бы они мне не приснились, я про них бы не вспомнила. Некоторых из них, ну во сне-то, как бы понимаешь, кто это, просыпалась, не могла понять, что это было, кто эти люди. Люди, что ко мне во сны приходили. Я подозреваю, что вы смотрите меня втайне от всех на ютубе, потому что я знаю, что когда-то вы и читали мои статьи, и кости мне мыли. И блог мы читали, и там, где придется. А вот этот навес на самом деле. А мне казалось, что это такое, вот, ну, издалека смотришь, не поймешь, ну,
Я думала, там какая-то тряпка, как наделана так вот, написано. А это на самом деле навесик такой, с лавочкой. Короче, люди, привет вам. Те, которые мне снились. Я думаю, ну, если долго с кем-то не общаться, заряжается, видимо, аккумулятор. Короче, поверил мне такое. Не знаю, записалось или нет, пока говорю. Но если с кем-то долго не общаешься и вообще про него не помнишь, а он вдруг тебе приснился, то стопудово этот человек про тебя вспоминает. В общем, вспоминающие про меня люди из Углича. Мы твои не друзья, не друзья на самом деле. Привет вам. Приезжайте сюда, в пансионат. Да, аккумулятор разряжается, и надо мне его потом будет настроить, чтобы он не писал. Так что на меня все же разрядилось, а не до конца я тут обозрела. Ну, в принципе, я большей части болтала, стоя на одном месте, чем обозревала. Ну, я ее заряжу сегодня, может быть. Ну, в смысле, сегодня вечером заряжу, и 8-го, скорее всего, еще раз поснимаю. Ну, или поснимаю на камеру Соньку сегодня днем. На Соньку, которая фотоаппарат. У меня такое ощущение, что у меня тут все слегка приближено. Да, было слегка приближено. Вон там вон футбольное поле, тут всякие площадки спортивные. Всякие интересные цветы. Чуть попозже подойду, наверное, действительно с Сонькой и поснимаю их. Потому что сейчас вообще жарко. Во-вторых, Сонька у меня в номере. Ну, в принципе, тут и в другое время тоже жарко. В смысле, не сейчас жарко. У меня обычно, как обычно, всякая трава в эти самые залезла. Тут все сено уже убрали. Вообще, люди, вы что думаете, тут маленькие такие ролики делаю? Я как бы говорю, тут клево, трехразовое питание, рядом этот пляж. Если у вас есть, нет негативного влияния, ну, в смысле, если вы нормально, не как я, относитесь к этой гальке, или у вас есть эти тапочки, про которые мне в комментах писали, то вообще кайфуха. Ну и тут в пределах досягаемости 3 магазина. Продуктовых и не очень продуктовых. Ну, в смысле, шампунь-то можете купить, если вдруг не взяли с собой. Потом какая-то чебуречная. И 2 столика с экскурсиями. Ну, и в самом здании есть человек, который может вам организовать экскурсию какую-нибудь. На какие-нибудь там грязи. За 1700 рупий.